Всем привет! Я Виктор Рогуленко, и сейчас я вам покажу, как работает наш Digital Aristotle. Поехали! Импортируем библиотеки. Загружаем готовые вектора Word2Vec. Берем наши эссе. Для них делаем summary методом экстракции. Все summary объединяются в один корпус. Переводим слова вектора с помощью Word2Vec. Внутри предложения усредняем вектора. Делаем кластеризацию полученных точек с помощью алгоритма K-means. Каждый кластер визуализируем самым репрезентативным предложением и облаком слов. Вручную задаем веса кластерам. Каждый кластер — отдельная мысль в эссе. На основе весов рассчитываем оценку за содержание. Сравниваем эссе на предмет похожести. Измеряем богатство лексикона с помощью метрики Юля. Проверяем орфографию, грамматику и стиль. Определяем финальные оценки. Таким образом, мы сделали автоматический скоринг эссе по содержимому, его уникальности, лексике, грамматике, орфографии и стилю и свели результаты вместе с финальными оценками в таблицу для наглядности. На этом все. Если у вас возникнут технические или любые другие вопросы, мы с радостью на них ответим. Спасибо и до связи.